финальный матч за Кубок Казахстана. Сегодня Шахтер из Караганды принимает гостям 20 номер. По 19 будет играть Йован Джокич. 9 Владимир Двалишвили. 3 Поля Карагандинский Шахтер. Ворота Фридер Шавский. Руслан Алимбаев 55. 33 Сергей Скорок. 7 Борис Кадио. 13 Карен Джипес. Ну, у нас началась игра. Поехали. Полуфинал чемпионата Соломова и Общевача. Тарау сравнял счет. Ведь сейчас атака может быть хорошая получится у Тарау. Даже от Соломова. Хорошо. Сейчас центр пас. Можно шире сыграть Тажимбетову. Немножко, правда, притормозил. И дальний удар по воротам. Набирает скорость. Марк Астанович разгоняется. Передача дальше на партнера. Алегрия. Что предпримет Алегрия? Попытался ударить по воротам. Обыграет, да, обыгрывает защитника от Ростова клуба. До передачи на Становича. Дальние удары Пасиченко с первого раза не удалось. Так, Зошек на Алегрию. Алегрия тут покрутил, повертел. И в итоге на Становича. И дальний удар Пасиченко парирует. Можно завершать. И 1-0. Дауренбек Тажимбетов открывает счет в матче. То, как Пасиченко неудачно, наверное, все-таки парировал этот мяч. Да, вот здесь Пасиченко прыгнул. И Тажимбетов взад на Марка Становича. Все-таки, наверное, герой сербского футболистского эпизода. И смотрите, можно за шиворот Шацкому закинуть. Повезло. Пас назад. Ринат Хайрулин активничает на левом фланге. Заброс. И можно пробивать. Удар по воротам Пасиченко на месте. Удар мог получиться у футболиста Атырау. Ну и вторым темпом идут атырауцы вперед. Максимович обыграл сразу двоих игроков. Нанес удар по воротам. Подача. Даже удар по воротам удалось. Так, внушительную стеночку Шацкий установил. Заброс в штрафную площадь. И можно завершать. Удар по воротам. Здесь как вовремя вмешал. Ну а с угловой Новица Максимович. Очередной раз. Подача. Удар по воротам. И мимо. Биография у этого футболиста богатая. Так, их удар по воротам. Шацкий на месте. Правильный мяч. Станович подключается. Пас назад на Габышева. Не стал он делать заброс. Мимо Станович входит в штрафную. Удар по воротам дальний. Пасиченко кулаком. Милан Стоянович, смотрите, обыграл он оппонента. И Лавжанидзе статистом в этом эпизоде выступил. Только взгляд. Заброс вперед. Выход один в один. Их неудачный прием мяча сейчас удалось. То, что Шахтер добывает минимальную победу.